я с своими друзьями работал в тренировочных лагерях подготовки игроков, поэтому чем-то подобным уже занимался. Там это было в более командном формате, поэтому другая немножко организация вопроса была. Поэтому для меня именно такая ситуация случилась впервые. И мне очень понравилось, особенно увидеть хороший дриблинг двумя руками. Это очень сложное упражнение. У нас не все профессиональные игроки так могут. Мне кажется, это очень напряженная работа. Возможно, конечно, в будущем, но напряжение настолько велико. Смотреть, как твои парни играют на площадке. Что понравилось больше всего? Энтони хороший тренер, может быть. Мне очень понравилось, учит хорошо. Как будто был опыт. Будешь болеть за него и смотреть «Игру всех звезд»? Конечно, обязательно. За кого будешь болеть в итоге на матче всех звезд? За иностранцев или за россиян? Я буду просто наблюдать за красивой игрой. Ну, конечно же, быть приглашенным в матч всех звезд такой большой лиги, как Лига ВТБ, это, конечно, большая честь. Обязательно постараюсь забить данк, устроить шоу для болельщиков.